Сальный. Это пятерка. Да? Пятерка? Все, капитан. Все, садим его на задний. Лучше я выйду. Давай. Когда-то кто-то придумал этот мяч для того, чтобы люди играли в футбол и получали от этого удовольствие. Точно так же, как когда-то кто-то 15, 16, 20, 30 лет назад родился на эту землю, Творец, Бог, вложил в каждого из нас определенное предназначение. У каждого из нас есть определенное предназначение, призвание в жизни, то, для чего ты вообще, по сути, пришел в этот мир. Не просто пройти, поучиться в школе, там, создать семью и так далее. Это все важно, ценно. Но у каждого из вас есть определенное предназначение со своими какими-то качествами характера, с какими-то талантами и способностями. Я хочу призвать каждого из нас, чтобы вы задумались об этом. Чтобы вы не просто прожили эту жизнь, ну, лишь бы как, чтобы вас кто-то попинал, как этот мяч. А этот мяч максимальное предназначение свое выполняет, когда им играет в футбол. У Веталя на странице есть пост. Там написано, ты родился оригиналом, не умри копией. Ты каждый абсолютно вообще уникальная личность. И Бог вложил очень большой потенциал в тебя. И открыть этот потенциал каждый из вас может только, если вы будете вместе с Богом жить. Потому что никто лучше не объяснит, для чего был создан этот мяч, как те, кто его создают. Ну и футболисты, соответственно. Поэтому, парни, просто думайте в этом жизни. У вас такой возраст, вы будете выбирать, выбирайте какой-то жизненный путь впереди. Будьте сознательны, занимайте правильную, сознательную позицию. И ищите Бога, Он поможет вам максимально вообще найти и реализовать себя в этой жизни. Без Бога можно, намного сложнее, но это не вариант. До конца ты себя не найдешь, не раскроешь. И еще через неделю будет Пасха, мы на следующей неделе поговорим о том вообще, что это за праздник и почему, насколько самый большой христианский праздник, это будет на следующей неделе. Хорошо. Спасибо за эту возможность играть в футбол. Василий, пожалуйста, сегодня сохрани нас от травмы. Толь, что скажешь о первом тайме игры Арсенал Юниор? Непосредственно в своей команде. Экспериментирую, начало сезона. Слабый. Арсенал слабый в этом сезоне. Так что посмотрим, как. Ну, ты так и говорил, что будешь наигрывать состав, потому что много людей ушло. То есть получается, я понимаю, что слабый, но получается ли наиграть то, что ты хотел? Да, пробуем, экспериментируем. Ну вот сегодня, как вообще в целом игра, как скажешь? Я думаю, что сейчас проснемся чуть-чуть. То что не хватает? Движение в центре полузащиты. Угу. Что можешь сказать о новичке, о команде юниор? Вот как удалось команде влиться? Ну да, видно, уже сегодня человек 17 их было, так что ребята, видно, ищут. Я думаю, что будут играть, будут бороться. Угу. Они еще нервы потрепают всем. Пока нас тоже выиграют 1-0. Посмотрим, как закончится. Ну, второй тайм, как думаешь? Мы должны что-то забить. Хоть один должны забить, хоть ничью. Должны закончить итог. Саня, отлично! Саня, давай! Все нормально. Слава пару тренеру. Слов. Вот первый, второй тайм. Чем отличия были? В первом тайме мы атаковали, во втором чуть подсели. В общем, все было хорошо. Да? Да. И вот этот чувак, который забил последний гол. Пару слов. Зовут Петро Петрович. Что тут сказать? Ну, матч хороший, соперники достойные. Ну,
забил. Ну вот ты верил, что забьешь в последние минуты? Не верю, если честно. Меня послушал. Да? Думаешь, что уже все? Да, думаю, конец. А ему с Петра до конца иди. Как часто ты забивал в своей жизни так последние голы? Первый. Такие важные. Первый. Я имею в виду последние такие важные. Важный первый. Первый раз, да? Я понял. Хорошо, ну и пожелание своей команде. Ну, побед першого місця, ти тепер менше травм. Ну, що можна сказати об ігрі? Нічия равносильна пораженню. Будемо працювати. На останніх хвилинах що не вистачило? Опыта не вистачає в команді. Молода, зіграємося, да, і все. Ну, заслужена нічия для обох команд? Ну, да, пусть буде, да. Особо в ігрі, саме такої позиції, де видно все поле. От, що сьогодні вдалося, що не вдалося команді? Не доіграли. Дуже сильно не доіграли, тому що забили, немножко расслабились. Надо было дожать, и все было бы хорошо. Упустили победу сами. Первый, второй тайм. Вот что у них общего и что у них разного? Во втором тайме они прибавили. Почему-то начали больше бегать, больше выходов появилось у них. То есть как-то... Второй тайм, я думаю, что у них лучше получился. И пару слов, вот какие сильные стороны у команды соперника? Два скоростных нападающих, которые очень сильно быстро убегают. И вся команда играет как бы через них. То есть в отрыв уходит. Ну что, как думаешь? Все отлично. Как сыграть? Посмотрим. Не хочу загадывать. Скажи, пожалуйста, как сегодня команда Духовного Зрения будет играть с чемпионом прошлого года, командой СЛК? Ну как вообще настрой? У вас два поражения, вот на третьей есть такая какая-то есть желание, возможность взять, забрать очки? Хочется взять хоть какие-то очки для уверенности, нам это очень сейчас необходимо. Будем играть, будем вылаживаться, что можем, то сделаем, а там как Бог даст. Поймать нужно в учебные часы. Соперников они играют восьмером. В принципе, они нормально играют. Мы, блин, просто кипишуем очень сильно. Да, и шансы вообще есть. У них только одна атака, один гол. Ну, можно ли сказать, что у вас сегодня вот из трех туров самый сильный состав? О, да, сегодня вообще пришло человек 13. Все играющие, все нормально. А так что произошло? Почему так, что вы пропустили? Ну, был отскок и не удержали заднего справа фланга. Его сбили. Вот в предыдущих играх второй тайм у вас был сильнее или нет? Ну да, у нас второй тайм всегда сильнее, мы сейчас разгар набираем. То есть, скорее всего, во втором тайме... Да, во втором тайме даже сейчас голы залетают. А что можно сказать о команде? Вот все-таки 8 человек, и как, за счет чего им удается держать? Ну, они просто не кипишут спокойно, играют, уже знают, что их мало, начнут кипишевать все уже. А как был забит гол? Ихний? Не ваш. А наш нападающий убрал из левой вдоль штанги. Володя требует трешки. Володя, что за трешка? Три гола в чужие ворота. Скажи, пожалуйста, 1-1, гладиатор, по идее, является фаворитом этого матча, но... Я не знаю, кто фаворит, потому что команда новая, мы никогда с ней не играли. Мы для них то же самое, так что фаворит – это такое громкое слово, которое на самом деле ничего не значит. Ну, в анонсах поставили фаворитами, вот скажи, пожалуйста. Это, наверное, просто из-за того, что мы в девятером прошлый выиграли. А не получается, наверное, надо нам все-таки играть в девятером, потому что, ну, как-то в девятером получается, в десятером не очень, не знаю. Такая команда в Валенсии есть в испанском сейчас чемпионате. Будет штрафной, думаешь, кому нужно его исполнять? Да не знаю, не могу так сказать. Исполнителей хватает, а у кого пойдет, там, это ж футбол. Мяч взял Александр Теренин, как думаешь, получится? Конечно, получится.
У всех получится, главное захотеть. Это вот мяч верховой идет, выиграем центр, выиграем игру. Однозначно. Нам надо выиграть центр. Центр провалили, да. Верховые мячи, не давать им подбирать. То есть не бросаться на мяч, это Степа имеет в виду, когда тип идет, а ты на него бежишь, он тебя прокинул и убежал. А когда идет борьба, то не давать ему, чтобы он спокойно принял этот мяч, обработал, опустил и убежал. А подпихивать, где-то там да, придержать пацаны, немножко. Вот в борьбе мы реально проиграли с Альянсом, когда играли. Проигрывали в борьбе, вообще не боремся за... Саш, ну что можешь сказать по игре? Первый тайм 1-1, наверное, это для вас самих стало неким вроде сенсацией. Да не то чтобы сенсация, а просто как-то расслабленно подошли к игре. Погода. Просто несобранность обычная. Не то чтобы недооценка соперника, просто вышли как-то так. На что расслабоне. Скажешь по поводу второго тайма? Ну мы знали, что мы в любом случае дожмем команду. То есть мы раскрываемся в основном во втором тайме. Угу. Поэтому, ну, собственно, это можно судить по всем трем матчам, которые мы играли. Угу. Ну и вот, вот что второго тайма, что произошло в отличие от первого, то есть какие изменения? Команда соперника устала. Угу. Тут как бы понятно. Я не могу сказать, что у нас что-то получаться начало. Нет, просто судья перестраховывается, свистит офсайды, которые как бы могли реализовываться в голы. А во втором, то есть, стал больше этот задел у нападающих и защиты, и офсайдов уже не было. Угу. Понятно. Ну и твой, вот что можно сказать о команде Сити, сильные стороны этого коллектива? Сильные стороны соперника? Да. Ну, трудно сказать про сильные стороны проигравшей команды, то есть у них есть отдельные исполнители, которых я встречал и в других сезонах, в других командах, а по сути, как бы, команды я не увидел. Миш, что скажешь об игре? Ну, блин, собрались, но, конечно, не полным составом, по возможности сыграли как могли, чуть на полтора тайма держались как могли, ну, слили, конечно, но ничего, в следующий раз будет боевой состав, будем играть сильнее. Не помолимся перед игрой. Боже, Отец Небесный, спасибо за то, что мы живы и здоровы, и можем заниматься спортом и получать от этого удовольствие. Прошу, чтобы ты благословил каждого из ребят по полной выложиться в этой игре. Помоги командам показать лучший результат. Помоги нам здесь развиваться как личностям в спортивном плане, в личностном плане, в характере своем. Благослови это время, сохрани нас от травмы и пускай победит сильнее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошей игры, поэтому спорить со мной бесполезно. Лишний кипиш на поле. Команде напротив нас. Привет! 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 Полного вдохновения нас. Привет! Сережа, не бойся.
Леш, скажи, пожалуйста, как сегодня настроена команда PlayDime? Боевой выигрыш. Ну, только выигрыш, наверное. Ну, можно ли сказать, что у вас сегодня такой оптимальный состав? Ну, не совсем оптимальный, но желание. Есть люди, у которых очень много желания. То есть готовы побеждать и выигрывать? Да. Коль, ну сегодня как настрой? У вас, я так вижу, состав намного боевой, да, чем ну, последний? Да, у нас подъехали люди некоторые, которые в прошлый раз не смогли подъехать, ну, поэтому надо выигрывать сегодня. И как думаешь, какие шансы? Ну, перед началом матча, как всегда, 50 на 50, вот, но думаю, что сможем сегодня. Команда Вепр знаешь что-то или нет? Нет. То есть полностью сюрприз, да? Да. Ну, знаем, что они, у них одна ничья, один проигрыш. Кто сегодня может забить у вас кто-нибудь? У нас Коля подъехал, Троян. Вот, в принципе, он может, скорее всего. Вот он у нас забивной товарищ. Поэтому, да и все остальные тоже могут. Кто сегодня первый забьет из вас гол? Кто первый забьет? Неважно. Ну тот, который должен был первый забить, сломался. Теперь мы уже не знаем, что делать. Все, 2-0 готовы, да? Давай, да.